Ювелирное искусство туркменского народа восходит к весьма древним временам. Это очень тонкое ремесло, требующее от мастера творческого подхода и большого таланта. Своеобразный звук, исходящий из мастерской ювелира, можно сравнить с мелодией, мелодией кропотливого труда. Туркменские ювелирные украшения отличают совершенство, разнообразие, многогранность. В методах их создания, названиях, узорах находят свое отражение история, мудрость, национальные особенности и творческие способности нашего народа. В народе говорят, чем древнее ремесло, тем оно искуснее. Наш великий поэт-философ Махтумкули Фараги писал, что ценность камня можно оценить только в достойной оправе. Еще можно привести слова о том, что ценность камня может оценить только ювелир. Ремесло – украшение человека. Наличие такого большого количества пословиц и поговорок свидетельствует о трепетном отношении туркменского народа к ювелирному искусству. С повышением материального и духовного уровня жизни народа происходило и совершенствование ювелирного искусства. Такое положение дел обусловило создание более совершенных орудий труда, создание современных и совершенных узоров и методов. Дизайн национальных ювелирных украшений соединяет в себе особенности национальных традиций, образы из нашей природы. Современные ювелиры все чаще обращаются к древним традициям, что позволяет им создавать удивительные по красоте и форме изделия. Методы их создания и декорирования продолжают совершенствоваться. Они отличаются красотой, этим и можно объяснить интерес к украшениям со стороны иностранцев. Ценность туркменских национальных украшений, создаваемых трудом и талантом отечественных ювелиров, сегодня известна во всем мире. Непохожие по методам создания, по дизайну и предназначению, такие украшения свидетельствуют об уникальности эстетических вкусов туркменского народа, развитых с глубокой древности. Уникальной особенностью туркменского ювелирного искусства является тот факт, что все виды работ при создании различных изделий и даже комплексов выполнялись руками одного мастера. Труд ювелира сложен и поэтому в народе заслужил уважение. Каждое изделие мастера уникально и связано с традициями. Уникальность каждого предмета сохраняется на многие десятилетия.
В древности люди верили, что изделия, созданные ювелирами, были наполнены чудодейственной магической силой, и поэтому эти предметы достигали такого высокого уровня искусства. Туркменские ювелиры покрывали свои изделия чистым золотом. Они придавали изделиям необходимый блеск. Искрящиеся ювелирные украшения становились подлинным украшением и дополнением прекрасных женских образов. Мастера-ювелиры были мастерами в различных видах работ. Они все этапы осуществляли своими руками. Каждый мастер стремился создать уникальное изделие, которое отражало бы его творчество и талант. Туркменское ювелирное искусство – это древнее вечное ремесло, открывающее богатые и интересные страницы туркменской культуры и истории. Благодаря таким украшениям, символизирующим гармонию, можно судить о том стремлении, которое туркмены питали к окружающему миру, чтобы жить в мире и гармонии с природой, с соседями и с самими собой. Это стремление и помогает нашему народу жить в гармонии.